dream for a day when there'll be no more misery. There's no more hunger, no need for shelter. Isn't there enough to share? Or is it that we just don't care? We're here for a day or two. Let me show my way. Salamu alaykum, salamu alaykum, salamu alaykum. Искренние впечатления на душе, как-то вот такой баракатный день, месяц Раджаб, и с такими людьми, благородными ребятами прочитали хороший мавлид. Да пусть Аллах примет все наши хорошие молитвы, да Аллах, чтобы было баракат нашей республики. Конечно, огромное спасибо нашему брату старшему Осману Кадиеву, Махи, Курбану, всем ребятам, которые взялись, как у нас говорится, за процветание, за продвижение Анжи. И я желаю, чтобы в нашей республике процветал спорт, борьба, футбол, все виды спорта, единоборства. Этим людям огромное спасибо, которые поддерживают. Я знаю, как это тяжело, это такое время. Хочу всех поблагодарить, всем тем людям, которые причастны к этому делу. Я уверен, после таких мажлисов, после таких красивых мероприятий, я уверен, что это дополнительный скачок, дополнительный стимул, чтобы было баракат нашим, у нас, как у нас говорится, республике и процветанию этому клубу, дальнейших успехов. Я желаю, а мы всегда будем с рядом и всегда будем делать дуа и поддержать нашу команду, наших ребят.